Друзья, всем привет! Вы на канале Про Игрушки. Сегодня на обзоре у нас сортер украинского производителя. Пластик у него неплохой. С этой стороны шершавый, тут глянцевый. В чем заключается суть? У нас есть вот такие ключи. Ключи мне показались немного странные, но согласитесь, вот сложно понять изначально, что это ключи. И ими нужно открывать эти двери. Так они открываются, видите, вниз. И после открытия двери мы достаем отсюда элементы сортера и можем их вставлять. Ну вот открытие дверей странное вниз, и элементы тоже такие немножечко странноватые. Вот.